Как правильно выбрать коттеджный поселок для жизни у моря? На какие критерии нужно обращать внимание? И самое главное, как проводить свой досуг? Вы на канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Михаил. Поехали! Многие из вас знают, что у нас есть несколько жилых комплексов. Самые популярные из них – это жилой комплекс «Жемчужина», жилой комплекс «Встречный», жилой комплекс «Азовский». Итак, перейдем к критериям для выбора жилого комплекса. Первое – учитываем бюджет и приоритет, что для вас важнее. Поближе к работе? Может, поближе к рыбалке? Тогда вам точно в «Азовский». А может, поближе к морю? Тогда вам «Встречный» или «Жемчужину». Второе – определяем бюджет. Чем ближе к морю или Анапе, тем, соответственно, дороже. Вы часто спрашиваете про цены, и также часто вам не нравится, что мы редко их озвучиваем. Дело в том, что цены часто меняются, стройматериалы дорожают, и поэтому, когда вы увидели ролик, где цена для вас привлекательная, вы звоните и узнаете, что на этот дом цена повысилась, а ролик был выложен уже как год назад. Плюсом добавлю, что у каждого из вас есть свои потребности и желания. Кто-то хочет остеклить террасу, кто-то увеличит жилплощадь, и соответственно цена будет другая. К примеру, вы выбрали для себя жилой комплекс «Жемчужина». Что мы имеем? Находится комплекс в поселке городского типа Цибанабалка. Инфраструктура? Есть. Школы, садики, рынок, Пятерочка, Магнит. До Анапы 15 минут без пробок. А для того, чтобы вам было проще определиться, сейчас лето, разгар сезона, и в самый раз ехать на море, а тем более, когда у нас есть акция, в которой мы возместим вам оплату трехдневного жилья, а также встретим и покажем вам наши объекты непосредственно вживую. Помимо чистого морского воздуха, здесь очень приятный климат, нет такой сильной жары, как в других регионах. Само собой, это из-за моря. Есть множество парков, развлечений, аквапарков. И это очень и очень богатый край во всех смыслах жизни. Когда вы решили с местом и бюджетом, нужно узнать условия оплаты. Например, если вы собираетесь приобретать под ипотеку, то наша команда может помочь вам с этим вопросом. Спасибо вам, что досмотрели ролик. Перед вами номер горячей линии, а также за более подробной информацией заходите на наш сайт sga23.ru. Всем спасибо, до скорого!